Сегодня хотелось бы остановиться на новой государственной услуге, которую мы будем оказывать с 1 июля 2024 года. Согласно приказам министра здравоохранения Республики Казахстан о некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санэпидблагополучия, с 1 июля 2024 года вводится новая государственная услуга, такая как выдача лицензий на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в сфере объектов здравоохранения. Касательно непосредственно самой услуги. Услуга, она оказывается территориальными департаментами комитета санэпидконтроля. Срок оказания услуги у нас 15 рабочих дней. Стоимость, согласно бюджетного кодекса, 10 МРП. Для оказания услуги необходимо предоставить соответствующую документацию. Это заявление о получении данной услуги, соответствие квалификационных требований, копию диплома инструкторов-дезинфекторов и копию санэпидзаключения. Срок оказания услуги, как я уже говорил ранее, 15 рабочих дней. В течение 2 рабочих дней ответственный сотрудник проверяет полноту всех представленных документов. Далее, если обнаружится неполнота документов, то направляется мотивированный отказ. В случае, если документы все представлены вовремя, в течение 9 рабочих дней непосредственно выходит на объект на проведение экспертизы представленных документов и проверки, собственно, самого объекта. В случае, если объект полностью соответствует, в течение 1 рабочего дня выдается лицензия. В случае, если объект не соответствует, то уже направляется мотивированный отказ. Не позднее за 3 дня до окончания услуги направляется уведомление с предоставлением всех выявленных нарушений и возможностью дать заявителю непосредственно выразить свое мнение. Спасибо.